Добрый день! Сегодня вы смотрите программу своими руками из студии детского телевидения «Клуб Дю». Помогает мне Федя Тукмачев. И ведет ее Михаил Ларионович. Сегодня мы будем говорить о масках. Почему о масках? На улице зима, святки, колядование, и у нас испокон веков были ряженые. Одевались странно, выворачивали шубы и делали маски, разукрашивали лицо. И сейчас это есть и живет у нас в полной мере. Я вот сейчас попрошу моего помощника немного показать вам современные маски, которые есть. Вот. А из чего какие мы будем делать маски? Вот какие маски мы будем делать, это я вот сейчас расскажу. А вот ты, пожалуйста, расскажи вот про эти маски, про те современные маски, которые есть сейчас в мире. Или вот в твоей жизни. Начни вот с этого и дальше. Некоторые маски попадаются в журналах. В кадр. Они бумажные. Вот. Самые простые, их просто надо вырезать, и продеть нитку и надеть на себя. И ты уже будешь неузнаваем с этой маской? Ну, можно будет только по рту узнать, если он есть. Понятно. То есть уже маска будет работать. Хорошо, мы ее сегодня будем вырезать с вами. Дальше. Это маска из магазина, ну... Это современные, такие популярные, не пластиковые. Не такие интересные. Они не интересны. Мы взяли специально сюда, чтобы показать, что это тоже есть. Это маски, которые делают для детей, делают их вот так. Ну, и эти маски можно акриловыми красками еще улучшать. Но это наименее, пожалуй, наименее интересные маски. Хотя тоже имеет право быть. Хорошо, еще. Это самые красивые для меня маски. Венецианские. А откуда они? Они из Венеции. Из Венеции. Они-то делаются там из папье-маше, затем раскрашиваются и стоят там недешево. Да. К сожалению, мы сегодня не будем делать краски из папье-маше. Невозможно все успеть за одну передачу, но вот эти маски действительно сделаны из папье-маше, и их тоже можно будет для себя повторять. И, как видите, вот иллюстрация этих масок, иллюстрируя нашу передачу этими масками, мы хотим показать, что маски существуют не только в культуре нашей страны, нашего общества, но и в культуре вообще мира. Допустим, венецианский фестиваль, который будет проходить вот в феврале-марте, это будет сплошной маскарад. Маскарад масок и костюмов. Хорошо, так, значит, про маски, то, что здесь мы есть, показали. Я хотел бы еще сейчас показать еще один вариант маски, который можно делать из других подручных материалов. Это из пластичных материалов. Ну, какие пластичные материалы? Это пластилин, ну, может, не самое удобное. Это глина. Да, глина, из которой тоже можно делать маски, они будут более хрупкие, но если для внутреннего использования, семейного использования, бережного, это вполне может быть. И вот я хочу показать, вот это не сделана полностью маска, но она без глаз, но вот такая тоже маска, это сделано из глины, это обожжено, и на случай колядования, на случай маскарада, такая маска тоже немножко поменяет ваш облик. Надо быть тоже осторожны с глиняными масками. У меня вот сейчас была выездная смена в одном лагере под Москвой, зимнем, и один мальчик себе делал глиняную маску перед своим колядованием, взял пласт, раскатал глину
сегодня мы не привезли, мы еще поработаем с глиной в будущем. Раскатал глину и положил себе на лицо. Пионер-вожатая помогла ему промять нос, сделали ему дырочки для носа, и глаза вначале положили, а потом дальше прорезали, ну, то есть промяли, где будут глаза, и получилась маска из глины. Конечно, она не очень надолго ее хватило, она к вечеру уже разломалась, но для праздника, для создания интересных таких вещей, интересной климата и шутки, это вполне приемлемая маска. Я уже начал делать маску. Но, правда, не из глины, а из картона. Да. Очки. Одна из самых простых масок. Покажи, пожалуйста. Она делается из картона и просто. Берется линия картона, накладывается, чертятся глаза, потом вырезаются. Ну ты сможешь, сейчас показать это, как сделать? Давай, я отрезаю тебе полоску. Давай. А я пока вставлю в эту маску веревку. Простые нитки, черные, любые. Так, тебе побольше отрезать? Да, вот такую, мне побольше. Вот длинную? Да. Длинную, чтобы хватило сделать настоящие очки и за ушами. А ты будешь их раскрашивать? Я буду. Одни серым цветом, а другие вот у нас стоят краски. Этими цветами. Хорошо. Хорошо. И если у вас будет возможность и настроение попытаться сделать себе какие-нибудь маски, начиная вот с элементарных вещей, связанных с очками. Это только начало, потому что каждый из вас может в спокойной обстановке у себя раскрасить эти маски, эти очки, эти краски. Так, вот я заготовил для тебя. Что сделать? Отметить тебя глаза? Да. Вот давай. Давай. Нет. Смотрите, мы возьмем... У нас уже готовое. Но если у вас нет такого, и под рукой нету сантиметра, что сделать, как сделать? Необходимо все-таки, чтобы попасть глазами, не тыкать же пальцем в глаза, чтобы попасть где-то, мы на картоне будем делать дырочку. Какой есть выход? Есть довольно простой способ. Взять, отрезать. А что это? Полоску картона. Так, полоску картона. Ага. Да, и что? И вот уже эту полоску картона прикладывать к глазам и загибать так, как надо. Вот давай. Вот смотри. Вот мы берем, вот прикладываем сюда. Вот это будет у нас точки, где будут глаза. А вот тут мы загибаем. Так. И вот так. Вот. У нас примерно получается, примерно ясно, размеры очков. И вот тут вот вмятинами небольшими отмечены центры глаз. И прежде чем резать большую картонку, мы вот на этой тонкой сделаем эти отверстия и проверим, точно ли они совпали. А если не совпали чуть-чуть, то мы всегда можем немножко подправить. Будьте осторожны, подложите себе какую-нибудь доску. Они очень-то пока похожи на очки. А это еще не очки. Это выкройка отверстий для глаз. Потому что с помощью вот такой выкройки мы можем делать уже очки из любого другого материала. Нам главное сейчас подготовить попроще и поточнее, как можно определить центры прорези для глаз. Потому что если мы возьмем картон, он может быть белый, там другой, какой-либо, и неверно прорежем в нем отверстие для глаз, то будет и криво, и неудобно. Вот сейчас мы примерно промеряем. Ага, так. Угу, нормально. Вот немножко не совпадает вот этот. Эта прорезь. Да. Вот.
Вот у нас получается. Почти что очки. Изготовки для очков. Так, это. Вот нормально. Это мы сделали отверстия, с помощью которых можно уже размещать. И вот тут уже бери карандаш, отмечай. Постарайся. Нет, сначала мы на этом картоне отмечаем где-то середину. Вот у нас середина. Так, вот у нас середина. Где у нас будет прорезь под нос. Да? Вот. И тут размещаем и делаем. Так. Угу. Вот я сейчас покажу. Посмотрите. Вот здесь мы сделали наметку. Здесь будет вот эта прорезь для носа. Ой. Вот такая прорезь для носа. А здесь мы отметили центры глаз. Дальше. Очень важная вещь такая. Размер очков. У каждого человека своя голова на плечах должна быть. И у нее свой размер. У кого побольше, у кого поменьше. И очки могут быть широкими, очки могут быть узкими. И голова может быть разных размеров. И поэтому очки для большого человека, очки для маленького человека, они будут, соответственно, иметь разные вот тут размеры. Поэтому вот когда мы промяли... Вот мы для Феди это примерно сделали. Дальше. Отметь, пожалуйста, где надо сделать прогиб. И здесь. Ага. Вот. Дальше. Вот у нас вот примерно размер очков, который надо для Феди. После этого вот поэтому нам надо промять. Как промять? Да вот очень просто. Смотри. Раз. Проминай. Хорошо. Так. Но поточнее, потому что чем точнее они будут, тем, в общем-то, будет... лучше сделано. Так, дальше. И... прижимай. Вот так. Вот так. Отлично. Так. Вот. Заготовка для очков, в общем-то, сделана. Что теперь? Теперь можно прорисовать, как вырезать. Хорошо. Значит, надо попробовать уже, чтобы не на нитке была, а на уху надевалась. Душками сделать за ухо. Да, из-за того, что это очень широкие. Так, ну, будем делать ушки или вначале с тобой все-таки сделаем прорези для глаз? Вначале прорези для Хорошо. Глаз. Хорошо. Опять кладем картон на доску и намечаем прорези для глаз. Видите, я работаю довольно большим ножом. Ну, можно работать разными инструментами. Если у вас есть под рукой нож для работы по картону, очень хорошо. Если у вас нет такого ножа, ну, воспользуйтесь другим. Самое главное, что будьте осторожны, чтобы не повредить себе руки. И маску. Да, и желательно маску тоже. Так. Вот, сделали вот прорези, теперь аккуратно. И при резьбе обратите внимание, чтобы лезвие не было направлено в сторону, видите, в сторону пальцев. Так нельзя, это опасно. От пальцев. Лучше вы случайно, если вы испортите, то пусть это будет картон, который вы возьмете еще один кусочек и вырежете, чем повредите руку. Повредив руку, вы тогда не сможете хорошо... работать дальше, вырезать маски и делать себе костюм, чтобы вечером пойти и калядовать себе много конфет, ну и всяких других полезностей, вкусностей и радостей. Так, вот примерно. И дальше прорезаем и прорезаем дальше. Больше должно быть. Вот так. Что должно быть? Побольше и повыше. Побольше и повыше. Вот Федя подсказывает мне. Давайте попробуем. Вот. Так. В камеру, пожалуйста, посмотри. Так. Можешь еще немного повыше? Можно. И пошире. Ага. Я могу сказать, что, в общем-то, вот из практики иногда... делается какая-нибудь игрушка, ну такие очки. Спасибо. Буквально, ну, на один вечер и все.
Но потом оказывается, что очки аккуратно положены вместе с елочными игрушками и доживают до следующего года, до следующего праздника, до следующего календования. И такие картонные вещи иногда живут очень-очень долго, гораздо больше, чем один или два года. Так, что дальше? Теперь надо сделать дужки. Дужки? Ну, пожалуйста, отмечай. Вот тут, тут уже попробуй. Вот карандаш. Поотмечай. Давайте, вот как, каким образом? Прежде чем карандашом, есть вариант такой. Мы закладываем сюда, да, и зажимаем сбоку. Сейчас я, сейчас я покажу. Да. Так. И. Вот у нас краечков, и вот у нас дужки, да, вот так. Мы здесь, если вот, как у Феди, она широкая, да, мы здесь напротив уха, посмотри, Федя, видишь, как, да. Да? Напротив уха вот так зажимаем, да, вот так. Здесь у нас остается палец, после этого сделаем себе здесь отметку. Значит, вот здесь у нас будет центр уха. Не надо сильно. Надо, чтобы только отметилось. Ну, не красится. Ну, значит, это штрих-код. Изнутри. Это центр уха. Дальше. Посмотри, пожалуйста. Да. Вот есть центр уха, да? Угу. Все, сними, пожалуйста. Да. Вот, положи. Вот у тебя есть центр уха. Теперь надо тебе, чтобы вот это закладывалось за ухо. И рисуем дужку, которая зайдет, если вот от уха помери, сколько у тебя остается расстояние, какое от уха, не вниз, вот. Вот сюда должна заходить ушко, вот сюда и заходит. Так, вот примерно так. Значит, у нас получается, что вот здесь, это у нас будет дужка, край уха. Так. Здесь будет само ухо. Да. Ой. Вот примерно так. Вот сейчас померяем. Мери это ухо. Мери. А потом дальше будем прорисовывать все. Так, что мешает что-нибудь? Не, нормально. Нормально, да? Да. Так. Вот точно такое же надо сделать нам на следующем. Ну, это можно зеркально сложить. Вот размер. Вот, ага. Делаем у нас вот так. И повторять операцию, как с прошлым ухом. Да, и повторяем операцию, как... Вот это у нас было для правого, это для левого уха у нас уже. Угу. Смотрим. Камера, пожалуйста, было бы. Ну, сейчас видно. Надену очки-то. Вот получилась маска очки. Теперь осталось только раскрасить. Да давай, пробуем. Каким цветом? Наверное, серым. Не знаю. Серебряным. Не знаю. Я как раз для этого припасы. Нет, может быть гуашью? Да, ну ладно. Черным цветом. Черным цветом. Да. Угу. Засохло. Давай, темп. Это мы сделали очки. А вот сейчас, если удастся, Федя раскрасит это. И форму очков можно придать уже самую разную. Можно оставить такой широкий. Можно сделать вот такие здесь проходящие дуги. И можно здесь сделать боковые дырочки, чтобы в сторону тоже можно было смотреть. Это особенно важно для девочек, чтобы они могли стрелять своими глазками мимо своих масок, мимо своих очков. Вот. Ну вот я не знаю, будет ли Федя дальше делать, пусть сам решает. Я хочу показать еще один способ, как сделать не просто очки, а маску из того, что есть, в общем, под рукой, а под рукой очень часто оказывается коробка из-под обуви. Ой. И вот эта коробка из-под обуви может оказаться очень
интересным объектом для изготовления маски. Здесь необходимо отверстие для глаз, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве. Тут у маски можно приделать как ручку, можно или на нитке. И из этого уже сделать неплохую такую маску. Петь, может быть, я покрашу, а ты попробуешь сделать? Не, я не очень понимаю, может, ты попробуй сделать. Вот так и делать. Ой, страшно. Страшно? Да. Ну, хорошо. Значит, мы уже, у нас есть размер прорези для глаз. Вот у нас есть. Хорошо. Мы можем сделать маску как вертикальную. Внизу вырежем отверстие для шеи, чтобы она была хорошо держалась на голове. А можем сделать ее вот такую горизонтальную. Петь, какую будем делать? Давай вот такую, горизонтальную. Вот такую горизонтальную, да? Хорошо. Тогда мне надо будет померить на тебя, что у нас тут получается. Так, вот уровень такой. Примерно вот на этом уровне у нас должны быть глаза. Что мы делаем? Накладываем нашу выкройку. Прорези глаз на коробку. Так. Получилось привидение. Еще привидение не получилось. И в местах будущих отверстий делаем отметины, где будем прорезать отверстие для глаз. Отверстие для глаз. Так, также воспользуемся досочкой и ножом. Помните, будьте осторожны. Особенно с ножом. Со всем колющим, режущим. Так. Вначале я советую прорезать отверстие для глаз не в полный размер, а чуть-чуть поменьше. Потому что очень тяжело, не просто попасть ровно, точно под размер глаз. Поэтому вначале мы делаем отверстия для глаз не очень большие. Так. Вот так дальше. Я вот сейчас режу под глаза и думаю, что вспоминаю, что на коледование на Руси всегда были определенное количество героев, которые делали костюмы и маски. Это была хозяйка, был цыган, была цыганка, была баба-яга, были всякие животные. И из вот таких коробок, можно сделать любых героев шуточных. Смешных. Ну, померяем теперь. Вон еще небольшое отверстие для шеи. Для шеи. Вот, уже хорошо. Значит, верной дорогой идем. Так. Смотрите, прорезаем отверстие. Его можно просто вот так вырезать. Да? Вот. А есть вариант немного другой. Вырезать его вот такими клинышками, уголочками. Вот видите? Не очень хорошо мне видно. Клинышками, уголочками, чтобы потом загнуть. И с помощью этого как бы немножко разнообразить костюм. Потому что эти выгнутые уголочки, они будут немножко закрывать шею. Да. Ну, ага. Примеряем еще разочек. Очень похоже на зубы. Нет. Это вот так. Нормально. Глаза. Да. Ага. Хорошо. Снизу получается так. А вот верхняя часть, если коробка не очень большая, мы можем разрезать и поднять вверх. Это получится, наверное, волосы. Так, смотрите, вот. Так. Развязаем на полоски. Так. Рассчитывайте так, чтобы это. То есть
мы вам сейчас вот это показываем не, ну, не для того, чтобы полностью там вот все повторяли, а для того, чтобы побудить вас сделать что-нибудь интересное, что-нибудь свое. Ну, давайте я чуть-чуть приподниму. Знаете, давайте попробуем померяем. Так. Нормально? Страшненько, страшненько. А. Вот, теперь глаза здесь мы можем дальше уже расширять. Но это только заготовка. Дальше здесь надо придумать, что делать с носом. Нос можно прорезать. Нос можно сделать, наложить его сверху каким-то тем или иным способом, да? Вот как ты будешь делать? Вот я глаза побольше сделаю. Ой. Так. Я буду делать отверстие для носа и для рта. Мне хочется сделать что-то. Так, нет. Вот смотрите, если вы пытаетесь сделать себе вот одели и намечаете что-то себе примерно так, то мы вам советуем воспользуйтесь зеркалом, потому что вы тогда будете видеть, где вы что рисуете. Есть вариант такой, что нету зеркала. Ну вот у нас сейчас с Федей зеркала нет. Какой вариант может быть? Вот смотри. Начертить или нет? Нет. Есть вариант начертить или же взять просто фотоаппарат и сделать фотографию. И показать, что получается. Посмотри, какой вид. Ага. Да? Вот. Да. И уже с помощью такого способа, ну, помочь себе понять, где же все-таки, где и что делать. Хорошо. Так, ты будешь прирезать нос? Да. Ну, давай. Так, полностью отверстие делать для носа? Нет, я хочу, чтобы было вот так и вот так, чтобы нос вот так расходился. А, вот так и будет расходиться, да. Вот так? Вот так, да? Да. Хорошо. Я глаза делаю чуть побольше, а ты покажи, что у тебя получилось раскрашенное с маской. Получились замечательные черные очки. Правда, они до конца еще не досохли. Хорошо. Тогда у меня будет такая просьба. Вот это... Очки пусть досыхают, ага. Досыхают. А ты вырежь вот эту маску. С удовольствием. Да. Кстати, это новый тип маски, она двухсторонняя. Ножницы. Ага, хорошо, значит, ты вырежь. Так, скажи, пожалуйста, а давно ты ходил в маске? Когда ты использовал маски? Я? Да. Сейчас пока я буду вырезать. Помню. Давай вспоминаем. Где? Не знаю. Давай. Когда так, мы снимали. Ты калейдовал? А, в театре. В каком? В каком? В мастер-классе в театре. А, там маски были? Да, ну как? Эти головные уборы это были как маски. А, да. Просто Федя принимал участие в. В одном спектакле в театре мастер-класс, и он, там действительно у него был костюм, так, головной убор в виде маски, потому что это был башлык, который закрывал лицо. Ты калейдовал? Я нет. Нет. Я была на репетиции. Понятно. Ну, к сожалению, вот так. Но я надеюсь, что кто-то из зрителей уже покалейдовал, а может быть уже... сегодня вечером или завтра, и послезавтра, святки заканчиваются 19 числа. То есть калейдовать все это время принято. Есть еще время, особенно, допустим, завтрашний день, сегодня Васильев день. Так, да. Вот у нас получается, вот примерно так у нас есть. Еще говорил, что на привидение пока не похоже. Нет, пока не похоже. Да, конечно. Вот так. С носом. Ну, Федя выбрал такой вариант носа такого. Вот, прорезаем. Прорезаем
таким образом. И внизу, ну, как бы перевернутую букву Т делаем. И внизу подрезаем. У нас получилась вот такая прорезь, перевернутая буква Т. И теперь эту прорезь, вот аккуратно, выгибаем наружу. Так. Ну-ка. Вот примерно таким вот образом. Попросим Федю померить, пожалуйста. Ты можешь пока вырезать глаза? Хорошо. Пожалуйста, в камеру скажи-ка так. Ага. Ой. Сейчас. Отогнул эти шипы, а то они немного колются. Ага. Угу. Так. Ну, получилась такая маска. Давай придумаем что-нибудь, как ее украсить. Помнишь, вот тут вот в некоторых книжках рассказывают, показывают, как ее разукрасить маски с помощью мозаики. Мозаики из разноцветной бумаги. Вот смотри, вот тут есть разные бумажки. Может быть, ты просто наклеишь сюда. Посмотри, может быть, вырежешь отсюда что-нибудь. Да, так, наклеишь сюда какие-нибудь квадратики. Вот клей. Только давай делать это оперативненько. Вот есть еще желтые. А, тебе надо ножницы. Так, раз, вот тоже пойдет сюда на вырезание. Что ты будешь вырезать? Не знаю. Ну, давай подумаем. Как ты, вот смотри, у тебя есть коробка, и, надеюсь, у вас тоже какая-нибудь есть маска, которая сделана из белой или одноцветного картона, из белого или одноцветного. И дальше уже ваша фантазия должна вам подсказывать, что же там делать, чем украшать. Это украшать можно бумагой, а что из бумаги делать? Там квадратики или еще чего-либо. Я, пожалуй, с Санта-Клаусами буду украшать. Санта-Клаусами? На этой картонке есть несколько изображений Санта-Клауса. Хорошо, вырезай. Вы смотрите, действительно, есть в некоторых журналах очень такие интересные маски. То, о чем сказал Федя. Они двусторонние, двуцветные. Одна такого цвета, а другая вот, два котика. Котик серого и котик такого рыжего цвета. Пройди, пожалуйста, нитки. Ну, нитки, конечно, хорошо. Вот. Сейчас попробуем сделать. Вот попалась рука, опять глиняная маска. Если вы будете делать такую глиняную маску, не забудьте сделать так снизу небольшую ручку, чтобы было удобно держать. Так, вот я вырезал этого Санта-Клауса. Ну как-нибудь, как ты его вырезал? Ну, папа, ну большой? Да, большой довольно. Хорошо. Вот у меня на маске. На маске, да? Да. Хорошо. Дальше что у нас еще здесь есть? Тебе вырезать еще что-нибудь отсюда будет? Давай. Да. Давай. Так, сейчас отложим в сторону. Сейчас ниточку все-таки сделаем на эту маску. Так. Вот вроде подсохло. Примерю-ка я эту маску. Угу. Как? Очень интересно. Да, очень интересно. Так, ну смешно. Я думаю, что эта вот маска у нас готова. Такая Мистер Икс. Она черного цвета. Так. Эта маска, а может мы ее не будем на нитку цеплять или зацепить на нитку? Мы же можем ее только и так померить. Ты красивая в этой маске, но лучше все-таки подцепить. Спасибо. Вот.
Все маски, они могут уже быть сами по себе, или же каждая маска, она влечет за собой появление дальше еще и костюма. Если маска, может быть, зайца, кстати, можно было из этой сделать маску зайца, вырезать, поднять такие уши, и такая маска влечет продолжение костюма. Для зайца это вполне может быть маленький хвостик. Вот если это маска кошки, то это может быть уже маленький хвостик или длинный хвост, как положено коту или кошке. Вот. Так что у нас вот есть еще вот такая ниточка. Ниточка. Так, ну что, получается? Да. Уже наклеил. Что? Так, да, вырезай дальше. Мне второй нужен. Угу. Украшай. Главное, судьи, не трогайте, говорите. Ага, хорошо. Да, слушаем вас. Алло. 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 Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Жалко. Так бывает. О. Так. Вот. Теперь поезд с Санта-Клаусом. Так. Знаете, вот честно говоря, так много времени занимается вставка ниток. Да. Если это еще не очень умеет делать. Да, не всегда удобно. Я думаю, что надо было сегодня взять еще побольше помощников, чтобы у нас. А, еще, да, слушаем вас. Алло. Да. Студия. Да. Студия. Да, здравствуйте, слушаем вас. Вы не мистер Икс, вы Зорро. Зорро? В этой маске. Простите, вопрос. Как вы относитесь к маскам на Хэллоуин тыква? Это американские эти маски. Очень хорошо. Как их делать? Это очень сложно, как вы считаете? Нет, не так. Я, например, к ним очень хорошо отношусь. Ты мой. Хорошо. Спасибо за вопрос. Маски на Хэллоуин тыкву. Это резать. Как мы относимся? Дело в том, что мы относимся к этому празднику, как и, наверное, к любому другому, не как к религиозному или какому-то там, там он может быть там православный, католический, а относимся к этому как? Празднику как. Просто интересно. О. Ой. Спасибо. Да, спасибо. Как традиции, народной традиции. Это европейская, американская традиция. Поэтому если с таким подходом, то это необычайно интересный праздник. Он родился в народе, и он сейчас есть. И в России он больше или меньше празднуется. Ну, и отношение к нему, ну вот есть традиции в определенных странах их праздновать. А в силу того, что сейчас наша страна уже не за железным занавесом, а идет адаптация к мировой культуре, то как минимум традиции других стран надо знать и уважать. Ну а знаешь и уважаешь, надо иногда, можно их и поддерживать, и своих знакомых, которые могут оказаться из других стран, работать здесь. И также отмечать каким-то тем или иным способом этот праздник. А резать тыквы несложно. Нет. И перед Хэллоуином мы вот проводили, еще, к сожалению, не здесь, на канале мы проводили занятия о том, как резать тыквы на Хэллоуин. Ну, если будет все хорошо, как резать тыквы или как резать овощи, мы еще покажем. Потому что на праздник Хэллоуина и в Америке режут ведь не только тыквы,
И первые начали резать, по-моему, даже... Кабачки. Кабачки, да. Первые, совершенно верно. Я думаю, что Федя знает историю этого праздника неплохо. Первые стали резать кабачки. Ну, вот так. Давайте мы померяем немножко вот эту маску. Федя, отрезь, пожалуйста. Вот, вот, вот примерно так. Вот. Угу. Ну что, хорошо. Да, хорошо. Уже кот может каледовать, я думаю, что ему как минимум какая-нибудь хозяйка пару таких мышей конфетных выделит. А, вот еще интересно, вот смотрите, тут нам добавили немножко конфеток, но конфетки эти, на самом деле, очень можно, очень просто, они, бумажки у них хорошие, разноцветные, если мы просто порежем эти бумажки на различные фигурки, там, треугольники, кружочки, так, складываем и режем их дальше еще, то такими разноцветными бумажками, можно украсить любую маску, любые очки. Или даже сделать конфетти. Ну, конфетти сейчас мы делать не будем. Почему? Нет возможности. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко сделали самых немножко разных масок. Да? Вот смотрите. Теперь у нас появились вот такие маленькие треугольники, которые... которыми мы сможем украсить вот такую маску. Не маску, извините, очки. Да, это скорее от Зорро. Правый зритель. Так, где у нас клей? Клей тут. Так. Ай. Накладываем тут. Раз. Где желтая? Вот тут. А, зеленая. Давай. Так, быстренько разрежь, пожалуйста, это на маленькие треугольники. И мы, потому что просто черная маска как-то на каледовании можно и кого-нибудь испугать. Вот. Поэтому все-таки, наверное, лучше делать их повеселее. Потому что при каледовании, хоть на Украине, хоть в России, всегда эти даже какие-нибудь делали разных там чертей, все равно они были скорее веселые. Интересная вещь. Дело в том, что вот те, кто одевал маски на Руси и каледовал, ходил в маске там, животного, там, бабы-яги, барыни, еще кого-нибудь, обязательно по прошествии праздника тот, кто ходит в маске, он должен был искупаться в проруби. Ой. Да, чтобы смыть с себя весь грех, который он брал на себя, наряжаясь там каким-нибудь медведем, там, или каким-нибудь животным. Поэтому, в общем-то, это надо учитывать. То есть, какой ужас? Почему ужас? Это очень, очень хорошее, полезное занятие. Вот. Поэтому после того, как все погуляют в масках, покаледуют, обязательно должен быть процесс еще очищения всего того, во что вы играли. Там, в черте играли. От этого надо очиститься, освободиться. Ну, в народе это принято делать было через прорубь. Разрешат ли вам купаться в проруби и решитесь ли вы? Ну, в любом случае, хотя бы следует умыться. Так. Я с удовольствием. Ну, вот, так вот уже. А вот, ну-ка, сейчас посмотрим. Так, Федя будет немножко, вот, посмотри, разноцветных. Ой. Так. Так. Кондитерская. Вот, и сейчас можно будет еще вот на эту наклеить разных. Ой, не надо. А что? Хотя, ну попозже, когда я все наклею мою. Ну тогда давай темпо. Так. Так, сколько у нас времени-то осталось? Где у нас? Ой, 56 минут. Не очень много. К сожалению, вот я не знаю, хотелось сегодня еще сделать маску из теста. Но, наверное, не удастся нам
не успеть сделать тесто, раскатать его. Тоже очень интересное, полезное занятие. Тесто делается из такой мукосол, так называемый. Это берется мука. Берется мука и соль. Так. Берется мука и соль. Пропорции таковы. Три части. Три чашки, три стакана, три части муки и одна часть соли. И добавляется еще чайная ложка, вот, допустим, на три стакана, глицерина, для того, чтобы тесто было все-таки более мягкое. Он симпатичный кот. Чуть-чуть вот так подвинуть. Ой, это что? Так. Тесто перемешивается и раскатывается в пласт. После этого тесто формируется из него маска. Один из способов, о которых я говорил, делать маску, это просто положить тесто на лицо и промять там под ваше лицо. Есть вариант положить тесто на какой-нибудь полукруглый предмет. Это может быть. Зачем? А можно же и на лицо. Можно лицо, но кому-то может быть не очень приятно класть на лицо, и поэтому вполне можно воспользоваться кастрюлей, бок, вот такой бок большой, положить на кастрюлю тесто, положить на стеклянную банку трехлитровую, на пластиковую банку из-под воды, и уже полукруглый сформировать из теста маску. Опять же, прорезать в ней отверстие для глаз, для носа, для рта. Вот с тестом очень можно эту маску гораздо более разнообразить. Ну, приклеишь еще треугольник? Не, нормально. Извините. Разнообразить по форме, по направлению, по исполнению в сравнении, допустим, просто с бумажной. Если бы бумажная коробка, у нее задана форма, вот она так, таковой и будет, то с тестом уже ее можно сделать разнообразней. Вот мы тут принесли небольшой портрет. Портрет сделан из теста, из мукосола, мука и соль, да? Это портрет Мэри Поппинс с ее воспитанниками. Этому портрету лет 20 уже. Вот по образу и подобию точно так же можно сделать маски из теста, из мукосола. Вот. Будет интересно, если кто-нибудь, конечно, сделает такую маску и потом еще вдруг даже пришлет фотографию. Мы тогда в очередной передаче сможем ее показать. Вот. Это про мукосол. К сожалению, у нас не будет сегодня возможности сделать его, я уже говорил. Но, может быть, будем надеяться на лучшее. Как-нибудь мы поработаем с мукосолом, когда заранее приготовим часть этого теста, а другую часть будем делать прямо в студии во время передачи своими руками. Значит, что у нас тем временем получилось? Я уже сделал маску. Вот я не могу сказать, что она мне очень такая шибко нравится. Я думаю, что тут не хватает немножко еще чего-нибудь, там вот таких разноцветных треугольников, с помощью которых можно будет сделать. Ну, клей. Хорошо. А вот тут у нас еще, я вспомнил, у нас остался еще кусочек картона с интересным рисунком. С интересным рисунком. С часами. Вот можно из этих часов сделать маску. Маску часов, да? Ну что, вырезать? Мы успеем сделать еще? Не, боюсь, не успеем. Уже... Сколько у нас еще? Минут... Нет, к сожалению... Мы уже не успеем. Не успеем, да? Но маска часов из них, мне кажется, очень довольно интересно было бы сделать.
Давай сейчас посмотрим. Спасибо. Вот мне подсказывают, что у нас еще есть 5 минут. Постараемся быстренько-быстренько сделать эту маску. Так. Так, 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 так. Не страдайте, молодой человек. Расскажите что-нибудь лучше интересное. Не знаю, лучше так веселое. Может, лучше не вырезать и внутри циферблата, а просто оставить такой круглый? Нет, можно круглый оставить, тогда это будет просто круг. А часы, они закроют лицо и будут круглыми часами. Ну, что? Был вариант такой, был, но, к сожалению, уже выбран такой вариант, что мы вырезаем. Ты же не подсказал вовремя то, что ты предлагаешь сделать? Пап, да ты уже вырезаешь нормально, и что? Можно прям так и оставить. Нет, если... это вот подсказка еще детям. Когда вы работаете вместе своими руками работаете вместе со старшими, не забывайте вовремя говорить, вовремя высказывать свои идеи. Вовремя делиться своими впечатлениями и задумками. Потому что если уже начинаешь резать, а кто-то думал немного по-другому, я хочу что-нибудь такое сделать, и не говорит, что сделать, то времени на исправление у нас не остается. Вот. У нас остаются такие часы. Где наша выкройка прорези для глаз? А? Опять же, отмечаем прорези для глаз. Так, здесь левый, здесь правый. И прорезаем отверстие. Опять же, будьте осторожны. Так, это будет у нас левый глаз. Так, и это будет у нас правый глаз. Хорошо. Так, это мы загибаем сюда. Это загибаем сюда. И вот таким вот образом, где у нас тут получается, часы мы можем немножко... Подержи, пожалуйста. Подержи, пожалуйста. Подержу. Выгнуть. Вот таким образом прогибаем их. И вот, ну-ка, прими, пожалуйста. Нет, в камеру, пожалуйста, видишь? Ну, осталось сделать резиночку. И можно из этого, можно здесь сделать отверстие для носа, отверстие для рта. Но это уже на ваше усмотрение. И разукрасить маску часов. Наше время подходит к концу. Сегодня из студии детского телевидения «Клуб Дю» мы вам показывали, как делать маски. Маски в связи с тем, что сейчас идут святки, идет каледование. И на каледование принято немного менять свою внешность. И маски вам в этом помогут. В следующий раз, в следующую пятницу, в это же время, мы опять с вами встретимся в этой студии и вновь будем делать своими руками что-нибудь интересное. Спасибо вам за внимание. Ждем от вас пожеланий. До свидания.